Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор вот такой вот большой посылочки из интернет-магазина T-Decor. T-Decor – это ивановский трикотаж, T-Decor – это специи, это для рыбалки, для мужчин, это игры, игрушки, развивающие для детей, T-Decor – это восточные сладости и вкусняшки, огромный выбор мармелада, но, в общем, я уже вам рассказывала, что я очень люблю этот сайт, и ивановский трикотаж там представлен в широчайшем ассортименте, давайте скорее вскрывать коробку. Вот так все в коробочке хорошо упаковано, давайте начинать. Первое, что вижу, это у нас с вами туника детская, это ночнушку заказала Ксюша в размере 36. Цвет бежевый. Вот так она выглядит. Это у нас с вами Натали 36. Все померяем. Всего. Смотри, какая красивая. О! Она как туничка, она такая короткая. Внизу видите воланчики. И на рукавчиках у нас резиночка. Волан, рукавчик и горловина в другом оттенке, да? В таком вот. Вот рукавчик, манжетка. И внизу такая, как юбочка. У нас с вами вот 36 размер. Ну, наверное, сейчас вот как раз Ксюша. Но вообще бы я 38 взяла. Я частенько ей беру 40, потому что пусть лучше будет больше, чем меньше, так как хлопок 100%, но он дает усадку. Мы все с вами знаем, да, при стирке. Вот такая красивая туничка, как ночнушечка, да, красота. Померим. Да, можешь уже мерить пока. Дальше заказала набор. Я вам ссылки на продукты и на сайт, и на все продукты постараюсь оставить, если они будут в наличии. Но на сайт точно оставлю. По ценам накладную найду, озвучу, если найду. Полотенце. Купон. Вафельное полотно. 100% хлопок. Тигрята. Это я уже готовлюсь к Новому году. Взяла на подарочки. Кому-нибудь, да, с чем-нибудь презентовать такой тематический полотенчик. Здорово. У нас с вами год тигра. Размер 45 на 60. И здесь их сколько? Две штуки? Не вижу. Да, две штуки. Смотрите, они даже с крючочком идут. Здорово как. Можно его не отрывать. Не, но он при стирке все равно потом оторвется. Поэтому я сейчас отрывать не буду. А нет, я оторву, потому что я вам тогда не смогу показать рисунок. Так, вот первый полотенчик. С тигриком, да, у нас будет год тигра. Новый год. К нам учиться. Вот такая красота. Открываю. Вафельное полотенце. Так. И второй такой же, по-моему. Может, другой. Нет, такой же, по-моему. Да, такой же. Вот такие полотенчики на подарочек, да? А нам тоже останется? Году. Нам останется обязательно. Не волнуйся. Так, дальше заказала вот такой, девчонки, подушку. Тебе нравится тоже, да? Это смайлы. Там есть смайлы с абсолютно любыми рожицами. Заказала девчонкам, особенно крестюшки, потому что обожает она у нас игрушки с глазами улыбающиеся. Она им улыбаться в ответ может очень долго. У нас висит на стене цветок, который глазастый улыбается. Она с ним разговаривала несколько месяцев. Поэтому да, вот именно такую рожицу, такой смайл заказала. Там их, ну вот какие есть, в принципе, смайлы эмоджи, да, такие там и есть подушечки. Подушка плотно набитая. С язычком, с улыбочкой, это все вышито. Язычок отдельно, а вокруг вышит. Улыбочка вышита, глазки по периметру тоже вышиты. Здесь у нас есть молния. Ой. Подушечка такая, как велюровая. Вот это. Кстати, кармашек маленький, там сразу у нас идет уже наполнитель. Подушка пока неровная, потому что транспортировалась. А так, я думаю, нормально. Она, ну, выровняется и будет как раз круглая. Все, теперь не могу застегнуть. Плотно набита. Она такая прям плотно-плотно набита. Это декоративные подушки. В разделе декоративные подушки. Вот такая вот прелесть. Чуть-чуть ее подровняю сейчас. Вот. На, попробуй. Покажи мелкой. Будет улыбаться. Ну, покажи. Так, дальше, девчонки. Это моя уже туника, точнее, платье Монро цвет пудровый в размере 58, 100% хлопок. Очень красивое платье. Относительная новинка такая с единорогом или с лошадкой. Радуется, да? Ну вот, радуется. Представляете, как мало для счастья нужно. Что-то улыбающееся. И все. И ребенок уже счастлив. Так, туника. Платье, точнее. Вот так выглядит. Можно и летом таскать, можно и по дому. Лошадь, не единорог, да, лошадь. Красивое сочетание цветов. Мне понравилось это платье. Там представлено в разных оттенках. Оно у нас, смотрите, какой крой приталенное. Кармашки. Да, есть кармашки. Все, померю, покажу. Рукав цельнокройный. Вырез достаточно широкий. Я думаю, можно будет вот так вот прямо ее на плечико на одно носить. Красиво.
Дальше, Т-декор, как всегда, от определенной суммы кладет подарочки. Причем подарочки, их несколько, их можно выбрать на сайте там. Это очень приятно на самом деле. В этот раз у нас вот такие вот носочки в подарок. Вот они, подростковые, сделаны в Иваново. Носки никогда не бывают лишними, правда, девчонки? Особенно детские, они изнашиваются быстро, поэтому такие подарки получать очень приятно. Вот такие носочки с муравьишками зелененькие. Размер 18-20. Держите, это вам тоже. Можете принарядиться и в носки. Так, заказала Ксюше колготки. Вот так они выглядят. Я эту фирму уже брала. Кстати, брала в магазинах, но в магазинах дороже. Сделано в Иваново. Берчелли. Размер я взяла 140-146. Колготки КТ. В школу ходить. Сплатится. Сейчас мы с вами их откроем. Они очень такие интересные, сделаны прикольненько, как с гольфиками, с кошечкой. Смотрите, здесь у нас хвостики сзади, да? А спереди рожицы, кыски. То есть внизу они черные, а вверху они темно-серые, такие темно-сиреневые, сине-сиреневые. Классные? Yeah. Нравятся такие? Yeah. Вот, такие колготочки, здоровские. У нас достаточно короткое платьице школьное. Я думаю, может быть, даже этих кысок будет видно. А может быть и нет. Будет, но колготки 140, они, в принципе, на вырост. Но я специально беру, чтобы они не сползали у нее во время ее передвижения в школе, чтобы они были повыше, чтобы их подтягивать не надо было, то и дело. Резинка здесь классная. Кстати, нравятся колготки очень этой марки. Они очень удобные, хорошо сидят и долго носятся. Так, ваши, пожалуйста, дамочка. Дальше, девчонки, конечно же, я взяла специи, потому что я в диком восторге от предыдущего заказа. Я вам обязательно оставлю ссылку на него в подсказках где-нибудь и внизу в инфобоксе. Я повторила паприку красную, потому что делала с ней мясо, делала с ней сало, делала с ней борщ. Это невероятно вкусная приправа. Вот эта радостная на подушечку, где едет, покажи ей. Вот. Здесь 50 грамм, она безумно вкусная. Ой, я слюни прям текут с ней готовить. Вообще, девчонки, это что-то с чем-то. Так, дальше взяла кориандр 50 грамм, вот такую упаковочку. И взяла смесь для гуляша. Вот такую. Здесь 100 грамм уже, да. Так, по-моему, из специй все, если я не ошибаюсь. Так, а это носочки. Это тоже подарок. Я уже забыла, заказывала я носки отдельно. По-моему, не заказывала. Это, по-моему, подарочек, если я не ошибаюсь. Носки мужские, да, да, да. Я выбирала подарок, да, носки. И там носки, там носки. Две категории подарков есть. И вот из двух категорий можно по одному подарку себе выбрать. Вот такие вот носки мужские, размер 29. Папе котен это придет, померяет. Так, у меня здесь что уже? А, девочки, как это из специй все? Из специй все. Но вы знаете, там на сайте я первый раз залезла в этот раздел, потому что я не сильно люблю чай. Муж у меня любит, в принципе, а я, ну, больше такие травяные. Решила заказать, потому что там такой выбор обалденный. И травяные есть, и с розовыми лепестками, и с чем там только нет. Очень большой выбор. Вот такие вот два чая. Так, первый у нас утро Клеопатры. Ананас, папайя, виноград, листки мальвы, сафлора, не знаю, календула, маракуйя, земляника. Представляете? Утро Клеопатра называется. Здесь 50 грамм. Вот так хорошо запаковано. Очень хочется понюхать, потому что я уже чувствую дикий невероятный аромат. Он там в пакетике, все равно аромат чувствуется. Манго, земляника, маракуйя. Вот это вот все чувствую. Мне кажется, это невероятно вкусный чай. Цветы. Классно пахнет. Будем пробовать. Я не очень люблю чай, но вот такие вот я люблю иногда побаловать себя. Они, кстати, довольно бюджетные. Вот в магазинах специализированных, в которых продаются такие на развес чай, такой продается, да, чай, кофе. Я мужу брала частенько и себе раньше. Там дороже. За 100 грамм гораздо дороже. А здесь, по-моему, от 60 рублей стоят вот такие вот пакетики 100-граммовые. И летняя сказка еще чай. Вот так он выглядит. Летняя сказка, чайный напиток написано. Спелые ягоды клубники, ежевики, черноплодная рябина, шиповник, можжевельник, гибискус. Ну вообще супер. Тоже наверняка пахнет обалденно. Вот. Тут прям плоды ягод. Тут травы-то так и нету. Лепестки только цветов какой-то. Тут прям все плодами. Ой, вот тут гибискус чувствую. Он, кстати, классно пахнет. Вообще обалденно.
Ну, кстати, то же самое, но вкусно. Вкусно, да, правда? Вообще обалденно. Будем пить, да, котенка? Будешь со мной пить? Да. Да, молодец. Так, дальше. Самое интересное напоследок. Я заказала игрушку Крестюшке. Вот такую, мне кажется, ей уже будет интересно, если вы понимаете, о чем речь. Это игрушка, где вот передвигаются по железочкам вот эти вот деревянные кубики. Игрушка деревянная, что тоже как бы ценно. Так, где у нас информация по-русски? Деревянная игрушка «Лабиринт зебра», материал «Натуральное дерево». Коробочки вот так прислали, головоломка зебра. Здорово. Марка, не знаю, Lucky Leo, да, получается. Они тоже очень... Ты открыть сама хочешь? Да. Ну, на, открывай. Они тоже очень бюджетные на сайте, и их там большой выбор, так же, как и других деревянных игрушек. Вообще, не сайт, а находка. Пока Ксюша открывает, мы с вами посмотрим костюм. Девчонки, я утепляюсь, и мне хочется с коляской гулять, чтобы мне было тепло и удобно, да? Что для этого нужно? Классный, теплый, спортивный костюм. Сверху куртку, кроссовки и пеналы. Костюм с начесом, в стиле оверсайз, недавние новинки в ивановском трикотаже. А там не только футер, там и начес. Размер 58, футер 3, нитка с начесом. Хлопок 60, полиэстер 40. Я взяла в черном цвете. Хотя расцветок море. Котен, давай игрушечку покажем. Ты Крестюшке отдашь. У тебя была наподобие, да. Что там в коробочке еще? Достань все. Смотрите, вот такая вот лошадка. Все. Зеброчка. И здесь 4, получается, 3 кругленьких и 1 квадратненький. Вот так вот передвигать. Мне тоже была. Лабиринт. У тебя наподобие тоже была. Да, вот такая вот деревянная лошадка классная. Да? Вот так, такая здоровая. Ну, а лошадку скорее, ну, требует. Так, сейчас распечатаем с вами костюм. Костюм, я точно помню, сейчас на скидках 3056 рублей стоит. А так чуть побольше. Сейчас скидки на него. Ой, какой он теплый. Это просто шик, девчонки. Взяла 56 размер, чтобы еще, может, что-то пододевать. И вообще, чтобы он хорошо смотрелся, оверсайз, да? Вот такой обычный костюм с капюшоном. Капюшон, кстати, красиво вижу сделан. Спереди у нас карман цельный. Цельный? Да, цельный. Вот такой вот карман, все померю, покажу. Вот как выглядит с изнанки. Смотрите, какой теплый. Он очень теплый, очень толстый. У меня куртки есть такие. Так, вот толстовка. Внизу у нас резинка с вами теплая тоже. Не резинка, а просто, нет, это не резинка, это просто материал, да, сделан у нас с вами так. И рукавчики также отделаны. Брючки. Очень теплые брючки. Все то же самое. Начес, футер, трехнитка. Вообще шикарно. Резинка у нас с вами вставлена, получается. Слушайте, они прям большие. Хорошо, свободненько будет, красиво. Так, кармашки есть. Есть кармашки в штанишках. И внизу у нас с вами резинка тоже вставлена. Вот такие вот брючки. Сейчас все теперь будем мерить и вам показывать. Вот у нас Ксюша в туничке. И в носочках новых. Так, туничка, ну, нормально. Но, наверное, 36 все-таки. Это сейчас вот ей прям в упор. Ну, а так нормально по дому. Смотрите, какая симпатичная, милая ночнушечка. Повернешься задом, котенка? Вот здорово как, красиво. И вроде как платьице такое, и дома миленько, удобненько, да? Нравится? Да. Такое платьице. Цельнокровный рукав, но нормальная длина получается. Да, можно, правда, вот так сделать. Если есть желание носить так. Здорово. Тоже смотрится. Так, и по длине до колена у меня. Вот эта лошадка, она набивная. Сейчас пониже вас опущу. Вот, до колена. И получается, вот тут в районе бедер немножко расширяется. Немножко такое оно притальное. Смотрится очень достойно. Недостатки фигуры скрывает. И вот до колена. Кармашки. Легкая такая классная туничка. Даже для летних прогулок, не только по дому таскать. Очень даже ничего. Так, теперь костюмчик. Боже мой, это такой комфорт. Вы себе не представляете, плечи хорошо сделаны. Мне нравится, как смотрится. Так, капюшончик. Опачки. Довольно объемный, красивый. Красиво сидит. Не каждый капюшон далеко сидит красиво. Хорошего кроя капюшон. Плохо, вот черный на камеру, он всегда, ну не знаю, его трудно рассмотреть. Так, штанишки. Докуда кофта? Докуда кофта? Попу практически скрывает. Чуть повыше, да? Если попа вот тут заканчивается, костюм заканчивается вот тут. Вот. Ой, как мне тепло уже. Красота вообще, девчонки. Понятно. Так, сейчас здесь кармашки в штанах. Штанишки сидят свободненько, хорошо. То есть, в принципе, на мой 52 размер, девчонки, ну, у меня приличный запас еще и в кофте, и в штанах. Но я считаю, такие костюмы, они тоже должны так и сидеть. Ах, дай ей лошадку, котенок.
Так, в полный рост. Сейчас я немножко опущу. В полный рост. Вот, сейчас черный, кстати, нормально видно, без засветов. Видите, как капюшончик сделан? Красиво. Так, снимаю. Вот, сейчас без засветов видно хорошо. Так, вот длина. Сзади. Рукав. Рост у меня 1,68 м, 1,69 м где-то. А штаны как раз, еще, в принципе, есть запас. Они красиво собираются внизу. Да? То есть на 1,70 м, 1,75 м нормально будет. Все вообще будет нормально и очень достойно. Вот смотрите, длина кофты. Вот они, карманчики. Вот такой костюмчик. Тепленький, хорошенький. Вообще, я счастлива просто. Благодаря Т-декор я теперь буду чувствовать себя на улице комфортно. Мне будет тепло. Мне кажется, даже куртку на этот костюм не надо. Можно просто какую-то жилетку и все. Теплую обувь, зимние кроссовки имею в виду. И красота. И погнали. Очень приятно и тактильно. Очень теплый, это чувствуется. Прям вообще красота, слушайте. Потрясающе. Так, вот мои параметры озвучиваю. Где-то 112, 89 стали, и бедра где-то 111. И грудь тоже 111, 112, где-то вот так. У меня 52 размер, обычный, если не брать китайские размеры, там и европейские, все по-разному везде. И я беру 58, потому что вот да, я люблю, чтобы было свободно, да, видите, какой запас везде есть, и в штанишках, и везде, потому что это красиво, потому что это смотрится лучше, это мое мнение, я всегда так беру, я вам уже говорила. В общем, костюм просто супер расцветок, там очень красивых пастельных тонов, такой вот зеленый, мятный, да, розовый, голубой. Хаки, там очень много расцветок этих костюмов, поэтому смотрите, берите. Горлышко, смотрите, как закрыто хорошо. То есть прям вот зимой ходить, вообще потрясающе. Горлышко закрыто, здорово. Ну вот и все, мои хорошие, на этом видео буду заканчивать. Надеюсь, обзор был вам интересен и полезен. Ссылки под видео все полезные, проходите, знакомьтесь. Обязательно в следующих влогах с вами приготовим чай, не один, а целых два. Попробуем их, расскажу вам, понравились, не понравились. Но я уверена, что понравится. Я такое вот люблю. Да, и Ксюша даже будет пить чай, хотя она не любитель. Сказала, вот будет, да? Вкусноту такой, да. В следующих влогах обязательно с вами заварим, попробуем, потестируем. А не сейчас? Ты сейчас хотела? Да. Значит, мы идем пить чай сейчас. Всех люблю, целую, всем пока-пока. 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 Скажи пока.